Летние каникулы у школьников Омской области только начались, а межведомственная комиссия уже подводит первые итоги оздоровительной кампании. Поводом для встречи в режиме видеоконференции представителей органов исполнительной власти и глав районов стало открытие первых оздоровительных лагерей в городе и области. Оздоровительная кампания стартовала. У нас уже открылись более 20 загородных оздоровительных лагерей. Открыты более 600 площадок. Это лагеря дневного пребывания в городе Омске и во всех муниципальных районах. Также работают лагеря санаторного назначения. Поэтому в этом году мы планируем оздоровить также более 115 тысяч детей нашей Омской области. Проверка качества готовности лагерей, которые только собираются открываться, завершена на 95%. В период их подготовки с февраля по апрель прошла защита программ профильных смен, семинары для вожатых, начал работу телефон горячей линии. Об этом рассказала заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Татьяна Руденок. Нашим министерством, как координатором этой работы, своевременно проведен комплекс организационных мероприятий, утвержден порядок организации и обеспечения детской оздоровительной кампании за счет средств областного бюджета. Проведены конкурсы на оказание услуг по организации и проведению мероприятий оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области в лагерях различных типов. Представители Министерства здравоохранения, образования, Управления Роспотребнадзора, МЧС и МВД России доложили председателю межведомственной комиссии о проведенных мероприятиях по подготовке к оздоровительной кампании. Главы муниципальных районов отчитались о состоянии дел на местах. Члены комиссии заверяют, будут приложены все силы, чтобы отдых детей прошел на высшем уровне. Самое главное для нас в этих лагерях, новенькое или старенькое, это чтобы дети хорошо отдохнули, чтобы созданы были безопасные условия для их отдыха, чтобы все набрали сил для нового учебного года. Прием и открытие летних лагерей еще продолжается. В оздоровительном сезоне 2015 года появятся новые профильные смены для юных лесоводов, менеджеров и программистов. Отправятся юные мечи и во всероссийские лагеря «Орленок» и «Океан». А также впервые Министерством по делам молодежи в этом году будет организован выезд детей в Международный детский центр «Артек».